Они делают все для того, чтобы людям в многоэтажках жилось комфортнее. Эта управляющая компания смогла сделать капитальный ремонт одного из домов так, что жители почти не заметили связанных с ним неудобств. Здравствуйте, с вами программа «Мой дом» и сегодня наш рассказ о компании «Муниципальное управление ЖКХ». Приятно, когда управляющая компания ценит и свое, и наше время, и старается сделать все максимально качественно. Так о своих управленцах в коммунальной сфере говорят почти все жители многоквартирных домов. В этой многоэтажке на Фрунзе 16 совсем недавно проводился масштабный ремонт. Было сделано немало. Честно говоря, были в удручающем состоянии подъезд. Значит, мы заменили все старые блоки дверные, оконные. Те, что стояли, как говорится, здесь с основания, на пластиковые. Мы произвели после этого косметический ремонт всех предлифтовых коридоров. Везде сделали окраску, заменили светильники на светодиодные с реле движения, что привело к экономии и хорошему освещению. Сейчас стало значительно красивее, уютнее. Люди, в принципе, за это нас тоже благодарят. Кроме того, на первом этаже в подъезде этого дома появилась новая плитка. Это специальная плитка, чтобы не было скольжения, чтобы люди не подскальзывались. Поэтому здесь экономии в этом плане не было. Взяли хорошую плитку, удобную и красивую. Мы не просто так плитку выбирали. Мы согласовали дизайн-проект с ТСЖ. И после того, как было согласовано, выложили эту плитку. Плитка хорошо гармонирует, сочетается с стенами и в целом с интерьером. Также в этом доме проводился ремонт кровли. Теперь потолки и стены здесь сухие даже в сильные дожди. Советоваться с людьми, делать все так, чтобы было приятно посмотреть на результат. Быть лидерами во всем – это основные принципы работы управляющей компании «Муниципальное управление ЖКХ». Все, что делается в жилом фонде с участием управляющей компании, делается надежно, чтобы служило на долгие годы. Переделок и исправлений здесь не любят. Все больше домов открывают спецсчета, на которые перечисляются средства по статье «Капремонт». Все работы в этих домах проводятся быстрее и с учетом мнения жителей. Специалисты компании внимательно подбирают подрядчиков и ведут строгий учет каждого потраченного рубля. В доме 17 на улице Свердлова были капитально отремонтированы инженерные сети. В этом году были произведены работы по капитальному ремонту и замене инженерных сетей. Заменили нам канализацию, горячо-холодную воду, отопление. Работы были произведены очень быстро, в течение полтора месяца, нигде на других домах в такой срок никто не укладывался. Конечно, у нас было очень большое взаимодействие с управляющей компанией. Инженера управляющей компании дневали и ночевали на нашем доме. Они нас не бросали, было все взаимно. То есть диспетчерская служба справлялась очень быстро и реагировала на все звонки. Инженера помогали нам во всех вопросах. До ремонта от жителей этого дома диспетчер управляющей компании принимал по нескольку заявок в день об авариях коммунальных систем. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Мы за 40 лет... 46 лет дому, мы вздохнули наконец-то. Чистый подвал, нету затопов, люди довольны. И нам очень нравится то, что мы в этой муниципальной компании, то, что она муниципальная. Также во многих домах альпинисты утепляли межпанельные швы, приводили в порядок входные группы, а в подъездах были заменены окна, двери и сделаны капитальные ремонты. Период распространения коронавирусной инфекции компания «Муниципальное управление ЖКХ» старается соблюсти все противоэпидемические меры.
кроме общей обработки подъездов, регулярно специальным раствором протираются ручки подъездных дверей. В офисе компании всех посетителей принимают по предварительной записи, чтобы не допустить скопления людей и исключить возможность заражения коронавирусом. Не за горами новогодние праздники. Сотрудники управляющей компании вместе с жильцами домов начали украшать подъезды и придомовые территории. Новогодние праздники – это особое настроение, ожидание чуда и, конечно, планирование событий предстоящего года. Уважаемые итальянцы, дорогие друзья, поздравляю всех с наступающим 2021 годом. Пусть в уходящем году останутся все невзгоды, несчастья, пандемии, самоизоляции, дистанционки. А в новом году нам сопутствует удача. Желаю всем успеха во всех благих начинаниях, широких улыбок друзей и здоровья близким. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех неравнодушных, радеющих за свой дом жителей города Тольятти в надежную муниципальную управляющую компанию акционерное общество «Муниципальное управление ЖКХ». Если жители домов чувствуют, что о них по-настоящему заботятся, они стараются откликаться на все просьбы управляющей компании. Сегодня сделать что-то более или менее значимое можно только сообща. Это была программа «Мой дом». Всего вам самого доброго.